Пермский боксер Максим Смирнов выиграл кубок Кости Дзю. Эти престижные соревнования по профессиональному боксу состоялись в Тюмени. Смирнов боксировал с кенийским спортсменом Джеймсом Аньянго. Бой получился очень напряженным и зрелищным. В итоге пермяк одержал победу единогласным решением судей. Это уже седьмой успех Максима на профессиональном ринге. На Прикамской земле состоялся самый крупный российский турнир года по силовому экстриму. 7 ведущих атлетов страны выясняли, кто из них самый сильный. Побороться за победу в Пермь съехались представители Омска, Москвы, Иваново и других городов. Состав участников получился очень представительным. Сейчас складывается серьезный турнир. Серьезные участники, серьезный призовой фонд, серьезные, грубо говоря, упражнения. На сегодняшний день все три компонента соблюдены. Вообще, по поводу моего общего впечатления по соревнованиям, я первый раз делал в том, что в Перми. Но мне очень понравилось. Соревнования вот. И я человек приедущий. Подбор упражнений организаторы обеспечили самый что ни на есть серьезный. Запредельные веса даже отпугнули несколько звезд силового экстрима. Узнав, насколько тяжелые снаряды будут на пермском турнире, отказались от участия челябинцы Эльбрус Нигматуллин и Алексей Серебряков. Впрочем, и без них состязания получились увлекательными. Претендентов на победу хватало. Борьба была по-настоящему жаркой. Я считаю, фаворитов несколько. Это Калиниченко, очень мощный атлет. Безусловно, кто-то из молодых что-нибудь покажет. Ну и Харламов, конечно. Наш омский парень из Омска. Он, в принципе, ну не могу сказать, что у него сильно большой опыт участия в соревнованиях, но он тоже, я думаю, кровь попортит. Это очень интересный турнир. Я не самому прям интересно, кто выиграет. Но я думаю, что Сережа Харламов, конечно, он же дома. Тезис о том, что дома и стены помогают, пермяк Сергей Харламов подтвердил. Несмотря на то, что первые упражнения ему не удались, наш атлет разошелся к середине турнира и не оставил соперникам никаких шансов. Вторым стал Владимир Калиниченко из Ставрополя, и третье место занял Михаил Шевляков. Почивать на лаврах Харламову некогда, надо тренироваться. Наш стронгмен уже получил вызов на турнир по силовому экстриму «Арнольд Классик», который пройдет за океаном в 2011 году. Команда Пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта заняла третье командное место на открытом первенстве Сибирского федерального округа по плаванию в ластах. В соревнованиях в Томске участвовало 10 команд. В личном первенстве наши земляки завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Кроме того, Кирилл Власов, Сергей Жаров и Олег Попов стали первыми в многоборье, а команда девушек завоевала серебро в эстафете. Олег Романов, телевизионная служба новостей.